отец. Не знаю, может, это какая-то профессиональная деформация, но я очень внимательно отношусь к друзьям своей дочери. Я лучше пойду. Сейчас мы поиграем. Что это за деньги? Бонус к зарплате. Мы сразу поняли, что парень-то он хороший, добрый. Вот суки. Отпусти его. Куда его отпущу? Он же отморозок. Я не стану. Слушай, ну извини за ногу, ну. Ой, я не понял!